Друзья, в сегодняшнем видеоролике мы с вами поговорим о том, как же нам включить субтитры, а особенно англоязычные субтитры, на каждый из вам необходимый видеоролик. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Мы будем делать это на каждое видео, я продемонстрирую на одном, вам покажу, как это сделать правильно, чтобы вы понимали, это будет касаться не только английского языка, а и, возможно, других, которые именно вас будут интересовать. Давайте мы с вами посмотрим на видеоролики, которые я не ставил субтитры, только русского языка, который идет по умолчанию. Вот, сами можете видеть, все работает. Посмотрим на значение всех языков, которые есть. У нас есть только русские субтитры, все, больше ничего нет. Давайте же мы с вами перейдем в видеоролик, в настройки, и посмотрим, как это сделать. То есть нажимаем именно на наш нужный видеоролик, в сведения, переходим, жмем субтитры. Вот в левом боковом меню субтитры, выбираем и переходим вот в пункт копировать и изменить. Здесь выбираем редактировать в виде текста. Все. Публикуем это все дело. Здесь у нас все уже будет расписано, как нам нужно. Если нужно будет что-то, подкорректируйте. Все, язык добавлен. Все, теперь нам нужно добавить иностранный язык, который вас интересует. В моем случае это будет английский язык. Добавляем. Вот в этом боковом меню, именно где субтитры, нажимаем добавить. Нажимаем перевести. Вот, здесь у нас уже проходит, сгенерировано точно так же, как было на русском языке, теперь на английском. Публикуем. Осталось нам добавить только описание. Копируем с левого окна, открываем переводчик. Здесь вставляем, копируем наш английский язык, вставляем с этой строки. Точно так же описание добавляем. Копируем, добавляем. И все, в принципе, с этого момента можно все это дело публиковать. Оно уже в силе, стоит на английском языке, что мы сейчас с вами будем смотреть. Обновим страницу, чтобы настройки вступили в силу. И мы с вами можем видеть то, что видеоролик уже пошел на английском языке. Сейчас мы его поставим, пока на русском. Вот, включаем английский, все. Вот и все, ничего сложного нет, все буквально в пару кликов, и у вас все получится. Если будет что-то непонятно, я добавлю все в описании под видео, чтобы вам было более-менее доступно. Ну вот и все, друзья, ничего сложного не было, как сами видели, это делается буквально в пару кликов, вы сможете сделать так, как вы, в принципе, это все задумали. Если вам понравилось видео, оценивайте пальцем вверх, подписывайтесь на канал, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Дальше больше, скоро увидимся!